12 февраля депутаты собрания Гагарского района провели очередное заседание, на котором рассматривался лишь один вопрос – об образовании Гагарской районной избирательной комиссии по выборам в органы местного самоуправления 6-го созыва. Согласно новому закону Республики Абхазия о выборах в органы местного самоуправления, состав районной избирательной комиссии формируется путем назначения членов комиссии как главой администрации района, так и местным депутатским корпусом. Таким образом, в Гагарскую районную центральную избирательную комиссию вошли 4 кандидатуры, назначенные главой района. Это Ираклий Чиепе, Саид Мукба, Владимир Вардая и Гаек Черенгарян. Помимо них, во исполнение указа президента Республики Абхазия за номером 23 от 3 февраля 2016 года и в связи с истечением срока полномочий районной избирательной комиссии по выборам депутатов собрания Гагарского района 5-го созыва и руководствуясь статьей 9 закона Республики Абхазия о выборах в органы местного самоуправления, собрание Гагарского района избрало членов избирательной комиссии в количестве 5 человек в следующем составе. Гарри Гицба, Василий Джиня, Леонид Боджгуа, Роман Гетя и Дмитрий Джопуа. Таким образом, количество членов Гагарской районной избирательной комиссии составляет 9 человек. В ходе заседания по инициативе заместителя председателя районного собрания Тенгиза Габуня в повестку дня был внесен еще один вопрос – увеличение количества депутатов в районное собрание. Однако данный вопрос не получил поддержки, исходя из того, что система увеличения количества избирательных округов весьма сложная, а местные выборы уже начинаются. В завершении работы заседания глава администрации Гагарского района Беслан Барцыц выразил благодарность всему составу нынешнего депутатского корпуса за проведенную работу. Я хочу вам, каждому из вас, выразить огромную благодарность за совместную работу. Еще раз повторяюсь, когда-то мы с вами вместе избирались, потом судьба сложилась так, что я был в парламенте. Потом снова я вернулся, стал депутатом вместе с вами. Мне было очень с вами приятно работать и комфортно работать. Я очень рассчитываю на то, что, конечно же, в конечном итоге это воля избирателя нашего народа. Я надеюсь, что очень многих из вас я увижу в новом созыве. И, коль мне будет доверено и дальше управлять этим районом, мы вместе с вами еще сделаем очень немало полезных дел для нашего района. Спасибо. Всем вам огромное спасибо за работу. Спасибо. Я думаю, что все будет.